Не знаете, чем побаловать себя и близких на завтрак или в качестве десерта к чаю? Я покажу, как приготовить обычные блины на молоке, и, возможно, эта идея придется вам по душе. Запоминайте рецепт. Я предпочитаю жарить относительно нейтральные по вкусу блинчики, чтобы их можно было подать к столу как с вареньем, ягодами или сахаром, так и с паштетом, например, или курицей. Если ваше тесто получилось с комочками, не торопитесь жарить. Оставьте его на 10 минут, а потом снова взбейте, мука должна полностью разойтись. 1. В мисочке взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте половину молока, всыпьте просеянную муку. Перемешайте. Добавьте остальное молоко и растительное масло. 2. Очень хорошо разогрейте сковороду. Выливайте небольшими порциями теста, чтобы получились тонкие блинчики. 3. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяности. Приятного аппетита!